Все. Он Гена моргнул. Интересно, в какой он лес пойдет. А может, у них демонолог в лесу будет? Сейчас, да. Может, он верхний пошел? Посмотрю сейчас. Они стоят, ждут. Пока ты посмотришь и уйдешь. А я вот здесь встану тогда, на дорожке, и он никуда не денется. Он сейчас может прийти на типаки, откуда ты ушел. Подожди, а как он отсюда ушел? Он сейчас здесь был. Он через гриф нижний прошелся и зашел. Может быть. Вот, видишь? Да, да. Меня чует. Да ты вообще просто монстр. Я тоже так делаю. Ну все, я у него крипа украл, отогнал из леса. Попробую дальше его охранять некоторое время. Просевший динаморф нам очень нужен. Он сейчас в верхний лес пойдет, мне кажется. Сейчас посмотрим. И на верхний лес посмотрим. Бля, он уже забрал, как быстро. Или это демонолог сделал? А, тут кошка, смотри-ка. Странно. Короче, не получилось у меня у кошки украсть. Он вернулся жутко на место старое. На нижний лес? Вот там он. Как ты узнал? Логически подумал. Ну, тогда я уже не успеваю ему помешать. Он уже забрал, скорее всего, тут все. Я сейчас ведьму просто надамажу. А, нет, смотри, пак целый. Ну тут кошка. Блин. Да что такое? Не получается забрать крипа в последний момент. Читачная кошка какая-то. У нее то ли кошак добивает, то ли она, не пойму. Блять, вообще они перестали бить птичку, я даже не понял. Короче, пиздец. Ведьму надамажу и пойду в зуму, наверное. Хуму? Тебе звездопад сделать? Ну не надо, я так же. Тогда я сделаю коню, и она сворует, может быть. Лисе. Лисе? На свой пак? На чужой. Она? Думаешь, лиса пойдет на чужой? Да. Как бы ни было, сейчас уже поздно. Все-таки много прошло времени. Что-то я не пойму, а куда же у них динаморф пошел? Зуму, что ли? Я что-то вообще не понял. Наверное. Очень странно. Может, он расстроился и из игры вышел. Стоит там на базе такой, я не пойду никуда. О, лиса своровала, походу, отлично. Большого бросила. Она еще серый забрала. Ва, ништяк. Фак, меня спалили. Убегай. Если что-то непонятное творится, убегай. А на этом... На кота. На кота идем. Я сейчас приду. Иди на кота.
Так, я бегу на кота еще. Тут мощь. Я на себя царапки беру. Так, я бегу, а то что-то больно много урона. Ебанись! Это ч, как это произошло, я не понял, у них же варда тут нету вроде. А может и есть. Пиздец. Бой превратился тут же в говно, мгновенно. Ну убейте... О, убили Лука. Если бы каннибал там была, и она бы закорневала бы. О, ништяк, вы их разобрали за это. Лиса великий бой сделала. Наказали по полной. Идем со мной. Иду. Мы кого-то гангать идем? Да, этих гариков ловить. Я просел, пипец, я 4 уровня. Считай, что меня будут убивать одним ударом. Они без глаза. О, мой рот, бля. Лиса не отхилялась. Как угодно. Говори, когда тебя скрывать. Давай разведу сейчас по-быстрому. Скрывай. Окей. Воу-воу-воу, я так сдохнуть могу. Нам надо как-то договориться, чтобы сначала я толкал, а потом ты прыгал. Идем. О, обнову бери, наверное, ты. Может, два раза прыгнуть успеешь. Золотой мастер. Скрывать? Да. Отлично. Приток я наконец возьму. С одной стороны, хорошо, что у них тени нет. Мне глаз не надо покупать. Можно я сходить. С другой стороны, я просил, а у них никто не просил. Или кто-то тоже просил. Не ходи за ней, все равно толку нет. Щиты сбили, да. На низ идем? На пак. Ну да, на нижний пак, естественно. Тут пусто. Ну что, на ведьму выпрыгнем? Не знаю. Лучше бы, бля. Ну а еще она убила лису нашу. Блин, чё ж лиса так литься начала? Голда, голда чужая. Да. Может мне с лисой стоять и сейвить ее? Оба кошка. Пусть бежит. Я тебя скрою, сейчас добивай. Уходи. Да. Уходи, просто уходи. Я сам исчезну автоматически. Вот сейчас он может поймать ловушку. Как? Как он угадал, сука? Вот как он мог понять, что я там? Меня же не видно вообще. Это же явно волхак или типа того. Может, там борды? Может быть. Короче, кормим мы их прям знатно. Давай я сделаю все-таки лучше птичек еще и что-нибудь еще такое. Чувствую, птички нам понадобятся.
Так, я жука должен убить сейчас. Ну, стой. Только не рискуй слишком. Если там еще кто-то есть, уходи. Молодец. Тебе надо птичек? Нет. Ну, я так и понял, некогда нажимать их. Я, наверное, оба грин сдыхает. Сдох. А нет. Выжил чудом. Так, я кажется... А, нет, не выжил. Да что ты мне говоришь? Я же в зуме. Кот. Блин, грин сдох не вовремя. Они сейчас придут на кота, а он мертвый. Так, все, я лисе сейчас даю, наверное. Пойду, может быть, я сворую кота как-нибудь. Ну-ка, бьют они его, нет? Его уже нету. Ну все тогда. Можно лес. Ну а, давай гангать опять. Ну, лес воровать хотя бы. Золотой мастер. Демонолог. Нас запалили. Да, иду. Ты куда бежишь? Что ты хочешь сделать, не пойму. Опа. Во-первых, его тут нет, во-вторых, они сейчас все могут четвером сюда тпшиться и пизда нам. Так, ну кого? Я думаю, демонолога трудно убить, он включит щит. Тем более он 18, а ты 15. Давай, открывай. Как хочешь. Я знаю, где его. Как ты промахнулся-то? Охереть. Я сейчас еще и сдохну. Отлично. Чудом. Надо было мне развернуться и долбануть веером, а я что-то не успел. Но у меня зато теперь есть ульта, так что все будет проще сейчас теперь. Давай попробуем ведьму. А, она под мощью, кстати. Да. Она под мощью. Рановато, наверное, сказал, да? Ты хочешь под башню? О, ты прокосил, чувак. А, как это? Как она выжила? Почему лиса не помогла? Ну как так? Ну да. Просто не надо было прыгать, раз уж она под башню так далеко ушла. Или хотя бы в нее надо было попасть. Че, хочешь опять демонолога? Так, я предлагаю лука. Да, кстати, да. Если мы... Надо было грина нам все время качать, кстати. Так, я с тобой не... Оба, кошечка. Это я не заберешь. А может быть и заберешь. Я за ней побегаю, если у меня ульта сейчас через 30 секунд. А не, у нее уже кошка появится, да? Стопа. Ха-ха, тебя обхитрили. А, бля, он с глазом. Уходи оттуда, беги, прыгай куда-нибудь вверх. Блять, мы обменялись на сраную кошку. А в это время Гринлот сделал первый штурм. Пока мы про него тут забыли маленько. 45-41. Ну смотри, они должны перекачиваться, а мы так. Да, мы лес просто воруем и все. Мы как ели. Я понял. Так, сейчас надо и Каннибабе может помочь. Нет, она ушла сама. Давай я сделаю еще, наверное, птичек. Наверное, Гринлоуду даже. Давай лука заберем. Блин. Ладно, я сам заберу. Думаешь? Да. Только жмак не заранее, а то вдруг он не увидит.
Хотя, конечно, он-то не такой слепой, как кошка. Ой, тут как... Кто там просил тыкать? Как лиса. Но на всякий случай все. Ой, что у тебя там творится? Вроде нормально все. Так, ну точно я, наверное, Грину кину птичек. Грины берут. Чё? Гринлоуда собирают. Ну, блин, чё, мне выйти из зума, что ли? Уже всё. В принципе, я бы мог, наверное, успеть ТП-шнуться, хотя мне и ТП-то еще, наверное, нет. Забрали. Блин, надо было, наверное, все-таки выйти, бросить свиток и спасти его. Кот. Так, я к вам тупешусь на кота. Серьезно? Блин, я дважды купил вард. Да что за игра, а? Не работает ни одна кнопка. Как угодно. Пипец, я сейчас завожу кота. Ну-ка, ну-ка. Кошка уже бьет его, кстати. Я его, может, сворую еще? Она не одна. А, он с глазом. Ёпта, я не могу рисковать так. Киномор с глазом, у меня проблемы с этим связаны большие. Ты его уже убивал с глазом? Нет. Плохо. Оба-на. Так, тебе. Ну, я сдохну, зато всех остальных убили. И главное, геноморфа с глазом убили. Кота уже нет, можете не ходить. Блин, 0.4.5, да что я так херово играю-то, ёпта. Потому что я тут выполняю функцию отвлечения просто. Сделаю, наверное, еще все-таки этот... Птичек. А слушай, дай-ка я Грину сделаю сияшку, между прочим. Она может его спасти в каком-нибудь ганге. Может, и тебе тоже сияшку? Нет. Как хочешь. Она вообще спасает жестко. Я с Ангизом. Ну, давай гангой тогда. Представь, что я с тобой. Лиса перекач взяла в нашем лесу. Она его весь забирала, да? Удар. Что у вас там творится? Я бегу к вам. Вы убили пятерых? Да. Вы пятерых замочили? Он сиял, кстати, Грин? Не знаю. Там голда чужая целая. О, они на... вы на драка? Отлично, все. Да. Лиса с обновой, ништяк. Она сейчас отхиляется своими навыками просто. Я бы не сказал. Меня бьют. Так, все, проходы я завардил. Если придут они, то мы увидим. Ништяк. Что-то канибаба так понеслась, как бешеная куда-то. Что там она нашла такое? Лес. Лес воровать. ТПшится кто-то, смотри.
О, ништяк. Я не дал ей ульту включить, потому что она в толчке. Ну, я ее толкнул, она пока катится, она не может включить ничего. Куда лиса бежит, не пойму. О! Нет, что-то она опасна как-то. Что-то опасновато она. Сейчас сдохнет. Блять, даже скрыть я не смог ее. Там все равно башня. Ну и я нажал, и не сработало ничего. Никогда не уже сдохла. Аккуратнее, аккуратнее. Ты куда? Тебя башня-то показывает. Ты чё? Ты думаешь, ты невидимый может или чё? Я не знаю. Что ты делаешь, боже мой? Мой рубль. Бежим нахрен, Гринлот. Кажется, он не собирается убегать. Ебать! Это сюрприз. Я еще и живой, смотри-ка. Гринлот, он... А я его убил карателем. А, нет, ведьма добила. Я слил карателя впустую, короче. Да, любопытное кино. Как угодно. Я надеялся к небу. О, ну-ка, что тут такое происходит? Ведьма бьет. Крипов. Одна... Полетел на другой пак. Можно ее поймать резко так. Блять, зачем я ультанул? Ладно, сойдет. Кот, кстати. У меня такая любовь к ульте, что я ее жму, когда попала. Ну почти. Боба. А, сука, как он узнал, что я тут-то опять, ёпта. Смотри, он меня видит. Ты что тут, варда, что ли? Нет. Ну вы идете на него, нет? Я сейчас закорнюю, типа того. Корнюю. Все, он стоит, вас ждет. Я вот еще его даже привлек на некоторое время. Ну давайте. О. Пипец, я сколько его заманивал, просто пипец. Незаменимый боец. И корневал, и приманивал. Ну тут варт, они сейчас видят нас. О, лиса сдувает просто. Ну все, иди как-то. Ну, нормально так. Так, может мне кого-то скрыть, чтобы он ворвался? Они уже запалились как бы все. Скрывать бессмысленно. Блин, вот если бы ведьма еще один шажочек бы сделала, я бы к вам ее толкнул. Вы ее напугали. Залетает. Закорневала. Ох, ё. Я тут вообще не нужен, походу. Эй, ты чё там, вздыхаешь, что ли? Нет. Я башню танчил, как дурак. Вот это ты хлопаешь. Сдуло, смотри, этих демонов у демонолога. Ха-ха-ха. Я ультой сдул тоже. На базе прям. Блин, вот я и генерал, ёпта. Поздравляю тебя. Спасибо. Может, за это дадут какой-нибудь приз хороший. Сейчас тебе рейд попью.
Фиолетик маленький. 1, 4, 10. Ну, блин, как-то не очень я тут. Я кринково так же сделал. У меня 7, 2, 11, у него 6, 2, 10. Так, ладно. Всем спасибо, всем пока.